Ишимцы пошли на свои избирательные участки с самого раннего утра. Там также сегодня хорошая осенняя погода. А вот для тех, кто не смог прийти на свои участки, работали выездные комиссии. В первую очередь они побывали в больницах города и геронтологическом центре. В этом учреждении постоянно проживает 100 человек, и все пожелали воспользоваться своим правом голоса. Хочу, чтобы правильная жизнь была, справедлива, чтобы нам лучше жить стало, чтобы выбрать достойных людей, которые бы боролись за нашу жизнь так же, как и мы хотим этого. Если не ходили сами на выборы, на кого-то понадеялись, что им для них выберут, а потом кого они обвиняют-то? Я постоянно голосую, но когда вот работала, была еще и в комиссии избирательной. Так что постоянно, как говорится, голосовальщик.